В общем, ветер сегодня адский вообще. Да ну аж волны с этими, с барашками. В буквальном смысле слова сдувает. Ну, блин, я не знаю. Другого выходного у меня нету, поэтому буду стараться поймать что-нибудь. Понаделал, в общем, прикормок всяких. Бомбочек с глиной и пшеницей. Ну, буду вот стараться. В общем, буду прикармливать рыбу. Буду стараться что-нибудь поймать. Но я не знаю, может быть, изменится все-таки что-то в лучшую сторону. Сейчас время где-то час дня. Но ветер вообще просто капец. Какой сильный. Ну ничего, будем ждать поклевок. Может быть, что-то и поймаем. Дикий ветрище просто. Дикий. Как бы я хотел, чтобы все сейчас стишало. Хотя бы чуть-чуть. Ну а пока вместо рыбалки у нас получается какой-то поиск кладов. Нашел, в общем. Смотрите, что я нашел в кустах. В общем, в пакетике лежали вот такие 100-граммовые грузики. Кормушка. Еще 120-граммовый грузик. Не знаю, кто здесь все это потерял. Ну, мне было приятно. Спасибо вам, люди добрые. Хоть что-то я сегодня поймал уже. Ну, на клев, конечно, надеяться, не знаю. Но если только чуть-чуть ветер стихнет. Ну, пока буруны аж идут. И волны, и буруны. Ну, в общем, клева нет пока никакого. Что дальше будет, не знаю. В общем, ветер сумасшедший просто. Сменил я водоем. Я так понимаю, это озеро Рылеево. Ужасная погода. Такого ветра я вообще не знаю. Ну, наверное, метров 20 в секунду, а может быть даже и больше. Вот там есть на той стороне такое более затишливое место. Может быть, туда есть смысл поехать. Переехать, ну как бы, перебраться на ту сторону. Но тут сдувает просто даже поплавок к берегу. И что это за рыба? Ну что можно сказать о озере Рылеево? Клюет тут. Мелочь какая-то всякая. Непонятная. И вот. Я опять не подсек. Не могу вообще подсечь. Я не пойму. То ли крючки такие. То ли я такой. Мелочевка дергает бесконечно. Но если есть мелочь, значит есть и крупная рыбка, я так понимаю. Поймал вот тут две чудо-рыбы. Вот я даже не знаю, кто это. Маленький. Похож на карася. Но не карась. Гибрид какой-то, в общем. То ли карась, то ли сазан. То ли карась с плотвой. Ну что-то, в общем, неясное. Ну и плотвичку поймал маленькую тоже очень. Ну хотя бы весело. На Дон приехал, 2 часа посидел и все, можно сказать. Толку никакого, клёва вообще никакого. Ну и ребята вот тут стояли тоже на Дону были, говорят, бесполезно. Здесь, конечно, клюет мелкая рыбка, но она хотя бы клюет. Хоть какой-то прикол в этом есть. В общем, отпускаю на волю этих нано-рыб. Нано-плотва, нано
Карась. Я не знаю, даже, наверное, это он. А бойки какой вообще. Живучий. Кто ж ты есть? Непонятно. Вот мегаплатвичка. Тоже какая-то мутированная, блин. Супер рыбки. Ну хоть что-то. По крайней мере тут клюет. Можно в следующий раз поплотнее подготовиться. Сюда сразу приехать. И половить. Плыть. К своим сородичам многочисленным. Которых тут реально много. Ну. А вот на Дону почему-то вот вообще никак рыба в себе после зимы не придет.